Бытие, глава 4. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Мехиаеля. Мехиаель родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноема. И сказал Ламех женам своим: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа.